Victoria and Oleksiy say they only made it out of Mariupol because their car was in an underground car park and therefore unscathed. Выезжаем на улицы. Мы давно туда не выходили, не выезжали. Мы как бы знали маршрут от выехавших ранее. Выезжаем, а тут столбы лежат, провода валяются. Это даже не фильм ужасов. Главная задача была, мы понимали, что надо ехать очень быстро. They made it with their daughter to the relative calm of Lviv, with their phones full of pictures of the horror. В этом доме осталось, в общем-то, все, что у нас, все, что мы смогли нажить. Но эта фотография недельной давности, возможно, на сегодняшний день уже его и вообще нет. Сидя в подвале, что такое ощущение, что все просто прилетает в наш дом. И пытались там для себя понять, почему все именно там в наш дом прилетает. Ну, мы же не выходили почти. А потом со временем, когда появилась возможность выйти, мы увидели, что весь город в таком весь же состоянии. То есть состоянии. Поливался просто, ну вот, ну, это не наш дом. Просто поливалось все подряд. И причем, чтобы вы понимали, самолет, ну, это самое страшное, потому что он, когда от него разрушения, как мы уже видим, самые серьезные. Благо, что наш дом весь, он сидел в подвале. На нашей территории не было трупов. Последние 8 лет в городе все было хорошо. Ремонтировались дороги, реконструировались школы, детские сады, инфраструктура, покупался новый коммунальный транспорт, город активно развивался. А сейчас, ну, какие могут быть, ну, это война, все разрушено. Презираю российский народ, презираю Путина, и пусть говорят, что Россия против войны, это обычный народ против войны, и это все решение одного человека, я в это не верю. Это решение каждого из них, и от руки каждого из них сейчас летают самолеты, уничтожают наш город, ну его уже уничтожили. The couple say they no longer feel safe anywhere in Ukraine and plan to move abroad.